Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами Дарт, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Dino Hunter Deadly Shores. Сегодня вы увидите полностью серию автоматов и все трофейные битвы. Так, ну учитывая, что автомат у меня не полностью прокачан, мне нужно буквально вот одну миссию, по-моему, вот эту вот выполнить, да, и прокачать по полный автомат. Давайте ее выполним. Двух молодых паразауролов надо нам прикончить. Мы это сделаем. Так, ну паразауролов выглядит хоть что-то новое, то игуанодоны да камптозавры уже надоели. Так как выглядит по-одинаковому. Так, все, убил. ВРК Survival. Survival Wall, вот меня убили, и походу я не сохранился. Это прискорбно. Придется по новой начинать. Еще и сервак что-то там увлекнул, я не знаю. Надеюсь, все хорошо. Надеюсь, не придется переигрывать. Отлично. 15 минут ждать. Ну вот, как раз пока воюем. Время прилетит. Так, двух молодых пахицефалозавров надо убить. Ну, выглядят они достаточно хорошо. А? Так. Попал, отлично. Так, три молодых тинантозавра. О, как мне надоели уже эти животные, если честно. Ничего интересного не увидишь. Так, идем дальше. Один старый анкилозавр. Вот это уже интересно. Так, а куда я там ему попал? В тело. Ну, логично, чё. Логично, ребята. Но анкилозавр всё-таки сделал мое почтение, конечно. Так, двух динотериев. Что-то у них с окончаниями у ребят, переводчиков, проблема. Не знаете название животных, так вы хоть погуглите, что ли. Гугл-то никто не запрещал. Так, шестеро амфоринхов. Отлично. Автомат все-таки вообще тоже очень нравится. Во-первых, внешний вид, во-вторых, вот как стреляют звуки, да. Все остальное. Так, трех молодых игуанодонов. Ага, опять эти ребята. Вот видите, тот же комптозавр, только другого цвета. Ну вот никакого разнообразия нет. Так, где третий? О, давай ты будешь. Прям как, я не знаю, как лошадь какая-то. Ну хотя, да. Лошадь мелового периода. Так, трех карнотавров просто. Просто карнотавров. Так, три стерокозавра. Отлично, новое животное. Радует меня это. Конечно, он был в прошлой серии, но все же.
Офигеть, офигеть, быстро убиваются. Возможно, потому что автомат так прокачан. Видели, да, закрыто написано. Это значит, что вот его костный воротник спас его от ранения пули, от пулевого ранения. Почему я все время фразы перефразирую? Фразы перефразирую, ну да, молодец. Так, 6 драмеозавров, это уже интересно. Так, так, так. Где вы, ребята? Признавайтесь. А, вон вы оттуда, да, побежите. Окей. Первый. Пошел. Второй. Нет. Пошел. Третий. Ах ты. Козел. Я все равно убью вас. Паразиты. Нате в ногу. Нате в голову. Куда сейчас? В голову, наверное. Не, не в тело. А не в голову. Отлично. Шикарно. Вот это еще вот эти вот брызги крови тоже, ребята. Ну, хоть как-то разнообразие в игру приносит. Так. Кого? Дахицефалозавры? Это кто такие? Я таких не знаю. Мне кажется, палеонтологи тоже таких не знают. Пахицефалозавры. Кто-то букву перепутал. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Стоять, не двигаться. Че же вы дергаетесь-то все, а? Вот этому дали 25 за хвост, убийство в хвост, а за этого тоже дали, нифига себе. Просто иногда дают, иногда нет, я эту тенденцию заметил. Так. Ну, примерно через 30 минут у меня все будет готово. Случайно, простите. Не хотел. Так, значит, что осталось? Осталось 9 энергии здесь и 6 сюда. Что я скажу перед тем, как вы перенесетесь к тому времени, когда вся энергия у меня восполнится? Я очень рад, что вот на 3 дня я уезжал подавать документы. Пока куда не скажу, это секрет. Вот. Я очень рад, что пока меня не было, количество подписчиков, просмотров только росло. То есть вам не то, что прям обязательно каждый день грузить видео, что вы такие, блин, давай, давай, я жду. То есть вы спокойно, то есть вы без меня как-то 3 дня просидели, и все хорошо. Я этому очень рад, что вот у меня подписчики такие, что они ждут каждодневного, чтобы я там трудился, все, давай, не покладая рук там. Вот, что люди ценят то, что я делаю. Пусть даже вот я не каждый день бывает, иногда видео выкладываю, но вы это цените, меня это радует. Ради таких, как вы, я и согласен выпускать видео. Ну что ж, увидимся с вами, когда энергия восполнится. Не переключайтесь. Ну что ж, вот у меня и восполнилась энергия, и мы продолжаем. Нужно убить 4 молодых драмеозавров. И перед тем, как начнем, я покажу вам автомат на последнем уровне эволюции, хотел сказать. Ну, значит, у нас так вот будет выглядеть автомат, полностью прокачанный, прохаванный. Круто. 4 молодых драмеозавра. Драмеозавры, велоцирапторы и прочее здесь выглядит абсолютно одинаково. Теперь магазин большой, поэтому можно убивать даже без перезарядки. Так, 2 старых анкилозавра. Как-то сквозь тело стреляя получается. Как-то вот не круто они это сделали, конечно. Мне кажется, от анкилозавра пули бы отскакивали, только давай. Вот он даже подпрыгнул, такого быть не может. Так, 8 рамфаринхов. Раз, два, так, давай, 3, 4. Сколько там? 4 штучки, да? Отлично. Отлично.
Кучно кладете босс. Так, трех стерокозавров надо убить. Убил одного. Убил. Офигеть, у него там прикрытие, блин. Так, 5 дромеозавров опять, да? Какие-то вот, если честно, несложные миссии сейчас идут. Так, вот раз дромеозаврик. Два дромеозаврик. Три дромеозаврик. Ага. Четыре дромеозаврик. И пять. Прямо там куда-нибудь попал. Тело просто. Жаль. Хотелось бы бонус срубить, конечно. Так. Трех тинантозавров. Ну что ж, это нам труда не составит. Отлично. Тинантозавр. Раз, два, три. Окей. Тот уже ранен, поэтому его и добьем. Пуля такая. Я успею, я успею. Давай, 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 давай. Прям в пятку там тебе. Ну, что-то не провалился. Было бы прикольно. Ну, текстуру лег такой деловой вообще. 6 дромеозавров. Да. Сверхсложные задания. Та же самая карта. Ну, не стыдно. А, ну теперь они бегут. Так, промазал в молоко. Убил шею, давай там кто? И убил. Давай, 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 давай. Пум! Опять в тело, блин, опять без бонуса. Что ж ты будешь делать-то? Ладно, так. Один тиранозавр. Ну вот это уже... более-менее интересно. Знаете, в глаз. Давай, покажи мне свои слабые места. Не подходи ко мне, этот страшный, блин. Отлично, денег накопили вообще. Так, трех паразуролов. То есть вот ты считаете, что вот это вот финальное завершение серии трех паразуролов. Беда из автомата. Ну, хорошо. Хорошо. Раз вы так считаете. Так, отлично. Что думаешь, там на горе спрятался, я тебя не достану, что ли? Тоже мне горный воин. Давай, пуля, давай! Куда-нибудь в уязвимое место. Да, в легкое. Пробил насквозь. Почти хватило. Чуть-чуть прямо. Ну что ж, встретимся с вами через мгновение, когда у меня вот восполнится энергия для убийства трех трофейных боссов. Не переключайтесь и оставайтесь со мной. Ну что ж, вот я и рад приветствовать вас в завершающей части этого видео. И закончим мы его убийством трех трофейных боссов. Первый — это Крэш, или видоизмененный, скажем так, Пахицефалозавр. Крэш, твердолобый и дикий, этот динозавр нападет на любого, кто встанет на его пути. Ну что ж, дерзкий парень. Сейчас мы с тобой поговорим. Сейчас с тобой поговорит мой автомат Маршал Риппер. На тебе в задницу. Это за бедренный сустав, тебе в копчик там, я не знаю, куда-нибудь. В черепушку, мне кажется, бесполезно стрелять, от нее пули будут просто отлетать. Но здесь нет, здесь они пробивают все. Такое ощущение, что я стреляю какими-то плазменными зарядами. Сталкер. Глаза сталкера светятся дьявольским огнем, пронзая тьму. Прежде чем он пронзит когтями свою жертву. Сталкер — это, по-моему, измененный дромеозавр. Так, вот у нас еще открылась особая серия. Но вначале
Выполним вот эту трофейную. Да, все-таки дромеозавр. Но окрашен классно, если чё. Так-то ничёшно окрашен он. Вот эти вот красные пятна под глазами, это выглядит круто. Еще выделяются вот эти вот глаза, у которых зрачок прорези такой. Это круто. Так. 6 минут. Блин. Ладно, особую серию выполню в серии винтовок. Так, зиркон. Зиркон. Это у нас карнотавр, да? А, со своими сверкающими чешуйками этот динозавр, как алмаз в грубой... в грубой оправе. В грубой. Ой, боже, не позорься. Вау, классно окрас. Вообще супер. Вообще просто нет слов. Супер окрасили. Бывает, иногда накосячат, но здесь вы посмотрите, это просто вау. Просто вау. Жаль, что тебя придется убить. Так бы я тебе все в коллекцию куда-нибудь засунул. Офигеть, ты мощный. 21 патрон уже ушел в тебя. Еще и рожки окрасили, это круто. Я бы купил, только зачем оно... Зачем ты мне нужен, братан? Ты не нужен. Вот и открылась серия винтовок. Так, давайте-ка. Магазин оружия, снайперские винтовки, регион 3. Крутая. Ничего не скажешь. Ну-ка, можно тебя посмотреть? Крутая винтовочка. Да. Чувствую, удовольствие ждет меня стрелять из этого оружия. Так, ну вот давайте-ка приобретем вас и улучшим. Так, ну-ка давайте, какие статы у нас. Мощность 228, максимальное лечение x4, устойчивость нормальная, объем 2 патрона, ПНВ 3 секунды. Улучшаем как можем и что можем. Так, боюсь, тут уже не хватит. Ну, я эту пушку прокачаю. Так, ладно, осталась еще особая серия. Ну вот мы и в завершающей части этого видео. Особая серия. Нужно убить 3 игуанодонов из особого оружия. Оружие называется Solari Spider. Какой-то солнечный паук. Конечно, пробовать. Так, ну что ж, выглядит круто, какой-то типа подобие арбалета будущего. Что-то... Офигеть. По 2 выстрела делает сразу. Какими-то электромагнитными зарядами, какими-то шоковыми, что ли. А, они даже действуют по площади. Это идет стрела, да, еще и шоковый этот урон такой. Классно. Классно придумали. Так, ну теперь мне как раз хватит. Отлично. Извиняюсь опять. Так, ну что ж. Надеюсь, это видео вам понравилось. В следующей серии мы пройдем серию винтовок и, собственно говоря, 3 регион. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группы. Всем удачи, хорошего настроения. Увидимся с вами в следующем видео. С вами был Дарт Ситиус. Всем пока!